В ближайшие недели почти 140 казахстанских военнослужащих самостоятельно отправятся с миротворческой миссией на голландские высоты. Они под эгидой ООН в течение года будут следить за обстановкой в регионе. Перед отправкой офицеры и сержанты изучали задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию и обезвреживанию взрывных устройств, а также оказанию помощи и эвакуации. В этом убедилась моя коллега Аида Иманали. Впервые в истории страны казахстанский контингент из 139 человек примет самостоятельное участие в миротворческой операции ООН. В числе военнослужащих 7 женщин. Вместе они отправятся в район голландских высот, так называют территорию на Ближнем Востоке, большую часть которой контролирует Израиль, а оставшуюся – Сирия. Это исторический момент. Первый раз в жизни мы отправляем контингент с вооружением, техникой и обмундированием. Это очень комплексная подготовка, очень сложный этап. И 90% всей игры сложности – это тыловое логистическое обеспечение. Миротворцы будут служить по ротации. Военнослужащим в течение года предстоит выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между участниками конфликта, а также мониторить израильское и сирийское военное присутствие в регионе. Задача инженерно-саперного взвода является именно миротворческий контингент. Это обезвреживание взрывоопасных предметов любого вида. Количество 10 человек, из них 2 инженерно-саперного группы. Первый – это командир группы, второй – это старший сапер, и 2 сапера, и водитель входит на одну группу. Перед убытием военнослужащие прошли 6-месячную подготовку, включающую в себя комплекс дисциплин, теоретических и практических занятий. Сейчас они демонстрируют действия, направленные на выучку личного состава к выполнению задач в ходе миротворческой миссии. Военнослужащие проходили тщательный отбор. Личный состав прошел обучение английскому языку и правилам применения силы. Офицеры и сержанты на практике отработали задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации. Мы проходили такую подготовку, как слаживание контингента, тактическая подготовка, оказание первой помощи на поле боя. В составе контингента имеются 7 женщин-военнослужащих. Они работают на разных должностях. 2 из них – повара, 1 из них – снайпер и 4 медицинских работника. Казахстанский контингент оснащен современными образцами вооружения и военной техники, которые соответствуют стандартам ООН. Военнослужащие укомплектованы бронированными колесными машинами «Орлан», оснащенными боевыми модулями и необходимым оборудованием жизнеобеспечения. Аида Иманали, Хангельда Ахмедханов, телеканал Алматы.